будет нужна. Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed первую часть. И в данный момент, насколько я могу видеть, мы пытаемся добраться до возвышенности. На самом деле, легкая возвышенность. Не спеша на нее заберемся. Опять же, тут на возвышенности как-то уж очень тихо. Когда нас ищет стража, есть хоть какой-то волнительный пынь-пынь-пынь звук. Когда желтая эта иконка мигает, что нас ищут, но не могут найти. Высокая башня для этого города. Так, ну что ж, тут у нас имеется пара заданий, но как к ним я приступать, видимо, не буду, разбегу к следующей возвышенности. Был учителем лжепророка. Почему он несется, как но затем Джубраиру открылся путь. А может и нет. Он понял, что должен сделать. Понял, что, узнав правду, он должен нести ее людям. И как этот путь открылся ему, так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Так, он на самом деле такой сильный. Он по три квадрата снимает, но я не понимаю, почему на меня стража напала. Вот в чем проблема. Придется, видимо, убить его, чтобы начать задание. А их тут много было. Точнее, они сейчас еще есть. Надо они быстро погибнуть. Да, конечно, сейчас уже побежу. Я же знаю, что они будут преследовать меня до посинения 5 минут. Легче убить за 2 часа. Может быть, даже за 2. Вернись сюда! То ли Ита вернулись, да, но они уже разделились. Вот их уже мало осталось. Ох, хорошо, что мы в дерево влетели. Ну, наконец-то. Это ложь. Мы окружены лживыми знаниями, собранными злодеями, желающими поработить ваши умы. Если спрятать эти знания, их отыщут. Но если их сжечь, они больше никогда не причинят вреда. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Так, ну что ж, надеюсь, сейчас на нас никто не нападет. Я тебя не знаю, оставь. Готов? Не подерешься. Окей. Ну, теперь нужно драться. Но где твои помощники? Да. Насилие — это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть.
Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Ну, вот и еще один труп. Но их уже тут много, так что, я думаю, нас никто не остановит. И приступаем, наверное, к следующему заданию, убийству. Уходи, я пощажу тебя. Интересно, сколько человек нам придется убить? 4-5. Ну, чтобы не гадать, желательно просто подняться и узнать точнее. Тебя тут быть не должно. Тебе сюда нельзя, убирайся! Не понимаете, у меня... Альтаир, друг! Я смотрю, тебя тут многие ищут, как и меня. За мою голову тоже назначена награда. А мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаиф. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Надо убить кое-кого в квартале Джубаира. Поспеши, друг. Так, ну и сколько же тут целей? 1, 2, 3? Подайте хоть чуть-чуть. Нет, мне кажется, больше. Скажите вы, но я говорю слава! Ну что ж, первое. А, 5 штук, да. За то, что мы верим. Ну, может, с первого раза не получится, их очень уж много, но... Может, и получится, сейчас посмотрим. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Оставь меня в покое, ради Аллаха! Не подходите, смотри, что делаете. Не получится с первого раза, попробуем со второго. А вот это я зря сделал рядом со стражниками. Очень зря. Так, ну что ж, повторим. Ой, эти психопаты мешаются. Вообще ужасная ситуация, но... Так, где наша цель? Она там, наверху, надо забраться. Или нет? Да какого черта? Ладно. Еще разик. Я тут чуть-чуть убил людей, похоже. Они меня преследовали. Смотрите, вы останетесь довольны! Так, ну все как в первый раз. Добрый день, сейчас стража только пройдет. Могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся, что-то понравилось. Один. Здесь пошел все, что на торговцев и не нашел ничего нового. Ну, вот на крышу надо забраться. Дайте хоть чуть-чуть. Умоляю вас, господин. Он сошел с ума. Всего пару монеток. Интересно, что он тут пытается найти. Ну да ладно. Так. Что у нас не замечал? Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Так, ну 2 есть, 2, еще 3. Подайте пару монеток. По-моему, нам нужен вот этот вот. Так, еще 2. И времени еще хватает. Подайте пару монеток. Ты правда очень мудр, раз решил обратиться ко мне. Так, вот еще один. Стражи вроде нету, так что убить. Думаете, должно быть кого-то? На последнем, наверное, самое такое печальное запороться, но... Надеюсь, этого не произойдет. Тебе не следует стоять здесь. Отойди! Так, ну вот и все, теперь нужно вернуться спокойненько, и мы прошли миссию. 3 минуты нам определенно хватит, чтобы вернуться. Манданка Чуэ. Чего это он так торопится? Можно было бы еще пойти горожанина спасти. Пока время есть. Дай все, что тебе нужно, я уверен! Взгляни и убедись! У меня много разных товаров. Я так рад твоему возвращению. Ты цел и невредим. Мне уже пора идти к семье, но послушай, что я скажу. Я нашел карту, на которой указано, где ученые собираются сжигать книги и манускрипты. Будь осторожен, и да хранит нас будущее. Я передам своей семье привет от тебя. Хорошо, всего
Эти деньги на тихо ворнучил! Лучшие товары! Осторожнее! Ничего себе! Ему нужно... Так, ну что ж, бежим дальше. Три задания по информаторам у нас выполнено. Что это? Возвышенности и горожан тоже спасено уже немало. Осталось совсем немного. Так, стражничек, хорошо, что нас не заметил. Хотя тут, может быть, справа кто-то нас сейчас заметит, но это вряд ли. Что ж, теперь видим тут горожанин рядом, как раз спасем его. Помощь! Помогите! Так, он нас пихает, теперь нам придется... Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидел? Убить одного, потом совсем не сражаться. Зато как мы его убили. Упс. Так я очень не люблю задевать тех, кого я спасаю, случайно. Ты не должен убивать людей! Гебер Хаппер! Ну, нападайте быстрее, давайте, отлично. Как он убился, по-моему, об стену, интересно. Ну ладно, я не верю, что он, наверное, симулянт, чтобы его не убивали. Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Так, ну что ж, зачистим тот уголок. У нас две возвышенности осталось, чтобы потом туда не лезть далеко. Интересно, куда это? Сделаем это сейчас. Не понимает, чего он хочет добиться. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Так, ну не самая такая удобная возвышенность, насколько я вижу. Хотя, ну, залезть, я думаю, получится быстро. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Сейчас еще стражник заметит, хотя он хорошо отвернулся вовремя. Убирайся, черт, так, флажочек достали, тут у нас нужно подслушать разговор. Пошел прочь! Очень такое, на самом деле, неудобное место, потому что нужно пройти мимо стражи, которая стоит на входе. Ну, так это будет нормально, сесть на скамейку, что-то нищенок много. Подайте хоть чуть-чуть. И слушать. Я хочу увидеть его, услышать его голос. Это можно устроить, но тут нужна осторожность. Есть те, кто противится просветлению, они могут напасть. Они невежественные и трусливы. В твоих словах искренность, но могу ли я тебе доверять? Сам этот вопрос ранит меня. Ну хорошо, мы каждый день собираемся в медресе. Он говорит с нами, а затем ведет в город, чтобы мы очищали его. Я могу стать одним из вас? Пойми, мы избрали непростой путь. Мы жертвуем всем ради нашего дела. Я понимаю. В таком случае приходи на нашу встречу. Посмотрим, насколько ты силен. Пожалуйста, господин, подайте. Так, ну отлично. Нет, умоляю, не уходите. Теперь выйти бы отсюда. На защиту нашей цивилизации. О, блин, неудобное место. Так, последняя возвышенность, бежим к ней побыстренько. Сражаемся, дабы избежать истребления. Подайте пару монеток. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Как можно быть таким бесчестным? Ждет английский король и его армия неверных.
Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить. Варварские демоны. Что ж, придется, видимо, с крыши лезть. Или хотя бы с забора. Будь проклят, христианский крест, армия неверных. Они пошли против воли Бога. Он сейчас стрелять начнут. Они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят. Упс, хорошо, что зацепились. Какая? Невежество, насилие, безумие. Да, высокий подъем. Такой с самого низа. Продолжая наше путешествие, осталось спасти немножко горожан, произвести кражу и беганье. Трагедия, скажете вы, но... Я говорю, слава! Умереть в служении Господа! По-моему, осталось два спасти горожанина, сколько я вижу. Нет, участи славнее! Ну, тут кражу как-то неудобно совершать. Мы нашли много место! Этих... Точно по описанию. Думаю, что он этим сам займется. Худых больных. Лучше ничего не говорить остальным. Мудрое решение. Честно говоря, я вздохну с облегчением, когда все закончится. Уже скоро, друг мой, скоро. Сегодня последний из них будет сожжен. Мальчик, иди сюда. Письмо все еще при тебе? Да. Так ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь в медресе. Пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Интересно, что делают потом с теми, у кого я так письма вагу? Там, где проходят они. Да. Они говорят, что высшая цель какая? Невероятно! Насилие! Мы должны... Хорошо, что нас сейчас не заметили. Вот это было бы печально. Усложнили задачу воровства немножко, но не сильно, так что мы справились, идем, спасем горожанина, так и дойдем. Народ, заплатят за свои грехи! Тебе конец! Что так медленно, давайте. Когда они там начинают бояться, их можно немножко ударить, но это на самом деле бесполезно, потому что один удар и все равно не убивает. Если там какого-то раненого, так далее, то да, может быть. Ну почему он не врезался в эти постройки? Бывает. О боже мой, как я на постройку сам залетел. Теперь он еще будет пытаться забраться ко мне. Больной человек. А я уже внизу. Почему они дерутся? Ну и отлично. Слава Богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Покажись. Так, ну что ж, наши два задания следующих близко. Хотя одно, где мы будем бегать и...
побежим мы, по-моему, в другой конец города, так что разницы никакой. Интересно, что за тебя? Пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Наля даже коробку ни одну не сломала, ни разу. Стража! Стража, куда? Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Пожалуйста, господин, подайте. Ох, почему же это так далеко? 30 метров, 20. Ничего себе. Так, стражу, хорошо, что еще сонно. О боже мой, сейчас упадем. Нет, не упадем. Блин, печально. Так, лучше убегать. Ты их что-то много тут. Вернись сюда! Да, так у нас больше шансов. Вот там палаточка. Плюс информатор как раз тут же. Бесполезно. Здесь его не найти. Что? Я больной. Плохие новости, брат. Сегодня я убил тамплиера. Ну, вообще-то, это хорошие новости. Я даже нашел при нем письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Но полторы минуты это, кстати, очень даже немного, поэтому нужно бежать быстренько. Желательно, наверное, по крышам, а не по улицам. По крышам все же быстрее. А то можно где-то застрять в переулке и все. Так, флажочек это неплохо, но у нас сейчас другая цель. 100 метров все же за минуту. Это по 10 метров каждые. Стою перед вами, дабы предупредить вас. Убирайся, черт, пока цел. Ну, вообще мы преодолели за 15 секунд почти 50 метров, так что я думаю, времени достаточно уже. Хотя мы тут не спеша что-то делаем. Главное, чтобы на страже не начала нападать, а то она тут ходит тоже по крышам. Вон он. Альтаир, сюда. Я искал тебя повсюду. Вот, возьми это. Наконец-то мне можно вернуться в Масиаф. Чтобы еще раз я вызвался кому-то помочь. Похоже, он торопится. Он нашел себе силы встать на защиту нашей... Тебе сюда нельзя, убирайся. Король и его армии неверных. Смерть. Ну вот и все, остался последний горожанин, сейчас спасем. И на этом часть закончится, а в следующей мы приступим к убийству нашего веселого парня, который одевается так же, как стража. Ну не как стража, но там. У него стража похожа в таких костюмах. Его армии неверных. Смерть и ужас несут они нам, Салах ад-Дин. Скачет им навстречу. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг. Так, вот нас. Мы и прибежали. Тут какие-то толпы собраны. Искушает нас. Будьте сильны. Осторожнее. Какая безответственность. Спасибо. А где? Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Окей, я не понял, почему ее тут никто не пинает, но это не важно. Может быть, мы их убили уже до того. Ну, всякое бывает. Ладно, на этом часть заканчивается. Сейчас добегаем до бюро и слушаем, что нам расскажет информатор, но в следующей части уже. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока. Увидимся в следующей части.